Когда Джастас Уокер выбирается из тайги, чтобы толкнуть немного своего сыра, его график расписан по минутам. Самый популярный лектор среди всего прогрессивного населения разрывается между тренингами и бесконечными интервью. Журналисты стоят в очереди, предвкушая приятное общение и не менее приятный сыр. И вот американская легенда российского фермерства у ворот Спиридовичей. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна. Джастас, очень приятно. Мне тоже. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь. Джастас, очень приятно. Очень приятно. Джастас. Максим. Максим, очень приятно. Рассказывайте, что у вас тут? Сколько в головке? Сейчас немножко подсократили. А так как бы в сезон у нас много, да и до 1000 доходит. Вы их на мясо держите большинство, да? Да не совсем на мясо. Ну, скажем так, мясо для себя. Ага. Немножко там частично на продажу мясо. А тысячи, так, основном... тысячи штук. Всяко на продажу. При моем любви к мясу я 1000 штук за год не съел. 3 кури в день. 4, может быть. Жестко, жестко, брат. Ой, вообще прикольный чувак. Понравился. Вот. Рамки наши. А-а-а. Это вот, которую брал на утро на Енисее. С собой брал птичку, вот эту брамку брал. Классно. Ну и такие красивые, конечно. Ну что, чай пойдемте попьем? Нет, поехали покатимся до второго участка. Вы, получается, полностью за счет своего хозяйства сейчас живете или? Нет, мы работаем. Вот я вот спрашиваю, что вы как вот, когда вот вы хотите перейти на фермерство, то есть когда? Полностью. Да, то есть или у вас всегда вот такой план, что туда-сюда. Хорошие ребята, вот это такой, как сказать, уровень, дачный вариант. Такой маленький скромный подарок от нашего хозяйства к вашему. Вера! Спасибо. Поэтому. Стало открытием. То, что молоко козье можно не только пить, а еще и надо варить сыры. Когда есть моя личная подпись, это значит, что мы сами готовили. Вот, как бы это наша цель. У нас, если есть партия, когда, допустим, наш работник, ну, варит, он ставит свою подпись. Это другая подпись, это, ну, видно. То есть, и, во-первых, это важно для клиентов, то есть кто-то видит, что о, точно, точно, здравствуйте. А для нас тоже это важно, если вдруг там где-то ошибки какие-то, ну, проследить, кто делал. По маркировке он подсказал. Очень важная вещь, на самом деле, очень правильная вещь, да, грамотная. Очень важно, чтобы вот у группы, определенной группы каких-то лиц были в голове одинаковые тараканы. То есть, ну, наверное, одинаковые. Что ты можешь посоветовать Спиридовичем? Спиридовичем, как бы быстрее распрощаться с городской работой, вычислить свой масштаб, что им нужно для жизни, и вот именно на этот уровень как можно быстрее перейти. Раз. Два, три. Спиридовичи серьезно призадумались, как это бросить работу и заняться фермерством на всю катушку. И ведь их новоиспеченный ментор Джастас Уокер как будто зацепил всех нас. Да, мы все хотим в деревню, жить на земле и смога городского не нюхать, и продуктами своими питаться. Но только вот жизнь совсем без города. Возможно ли ее представить себе человеку, обласканному всеми благами цивилизации? Сделать фермерство не средством достижения цели, а самой цели. Сложный вопрос, над которым нам всем стоит серьезно подумать. Виктор Самусенко, Андрей Панкратц. Новости. Партнер проекта – православный магазин «Фавор». «Фавор» – душевные подарки ко всем семейным и православным праздникам.